гружусь в самолет. Сейчас хоть подают в крыло. Нормально. Сразу сесть и почему-то уехать, улететь. Улететь в теплые края. 27 лет справа, друг. Спасибо. Это типа первый класс. Мы пойдем туда. Мы пойдем туда. Мы из первого класса идем дальше. А сейчас просим вас застегнуть ремень безопасности, привести спинку кресла в вертикальное положение. Прощай, Красноярск. Вот оно все прям. Здесь, по-моему, столик еще можно, да, ребеночка приминать. Ну или еще что делать. Ну и хоть.
Слушайте, но вот ощущение, знаете, при приземлении, как в Таиланд прилетаешь, такая влажность небольшая. И вот прям, ну вот такое же ощущение кайфовое. Прям здоровско. Ощущение кайфовое. Сейчас такси вызываю и в номер. Ну и там уже встреча с Максом, он меня уже ждет. Макс Чеба. Ну, короче, после Красноярского аэропорта это прям такой недоаэропортик. Вообще кошмар прям. Прям. Может быть, международный у них получше, но это вот прям. Смотрите, ну если вот Краснодар, там больше миллиона, да, уже жителей, и вот это у вас аэропорт, блин, ну это прям печаль. Рекомендую тогда слетать в Красноярск и посмотреть, что такое настоящий аэропорт. Про Москву, Питер я молчу. Но вот это прям совсем маленький для вас аэропортик, прям совсем маленький. Честно сказать, я в Краснодаре, на такси доехал, час с аэропорта ехали почти, и это вечером. Такая, знаете, легкая паривка, такая припотеваешь слегка. У тебя сейчас градусов 20, но чувствуется, как теплый климат, классно. Маркиз у меня. Гостиничка такая небольшая. Ну, прикольная, компактная, интересная. Напоминает вообще город, центр Краснодара. Старые дома также. Минусинск очень сильно напоминает центральный. Прям вот сильно. Ну, прикольно место. И да, кстати, такой нюанс, здесь по Краснодарскому краю все-таки действует вот это вот требование, чтобы при заселении в гостинице и в отеле у вас был сертификатик по прививкам. Хорошо, что на ней есть. Так, ну что, мой номер. Ну, кстати, один из плюсов это две двери. Потише будет. Шкафчик под вещи, санузел. Ну, просто все, конечно, ванна. Это я. Креселка, вешалка, картина, стол. О, ну, как сказать, ну так, ну и недорого. Краснодар самый центр. И 1300 рублей всего. Телевизор, поди, даже работает. Ну и опять я. Кстати, как вам мой прикид? Еще желтые кроссовки. Все, пойдем погуляем. А, всем привет еще раз. Ну что, мы с Максиком, с брателлой встретились. Самого армейским. Православные, да. Да, мы наконец-то встретились. Сколько лет мы не виделись? Да хуя, да? У меня даже такое слово. В общем, мы гуляем по набережной, я вам скажу. 2004 года, это 30 лет уже, что ли. Твою мать, 20 лет не виделись практически. Однажды 20 лет назад, да. Помнишь, как мы делили? Первый раз попали на... Делили этого перебежчика с Китая. Да, прикольно было. Не, вообще, кстати, было классно. В общем, вон, речка наша. Да, смотрите, это новые домики, видать. Ну, речка, к сожалению, я ее не вижу, да, не видно. Ну, ёпта. Это Кубань, да? Слушайте, ну мне тут прям... При свете дня снимать. А? При свете дня потом снимать. Ну, это мы потом уже поснимаемся. Это, знаете, как первые впечатления. Знаешь, что мне понравилось? Как в Таиланде с самолета. С трапа выходишь, вот к этой... Да. Легкой такой потницей покрываешься. Я обожаю это состояние. Для меня это как родной город. Короче, мне здесь очень понравилось. Очень. Улыбайтесь. Что добрый вечер. Да я не буду вас снимать. В общем, мне тут рекомендует мой друган попробовать буррито. И мне сказали, что сейчас будет самое восхитительное буритище, да? Самое-самое шикарное. В общем, я попробую, вам обязательно расскажу. Вы стесняетесь, елки-палки, девчонки. Это вон блогер, у него там подписчиков, знаете, сколько целых. По мне видно, да, что я блогер? Отмороженный, да? Да не бойтесь, девчонки. В честь моего приезда Адыгея празднуют. Кстати, кто не в курсе, там через мост. Вот это уже Адыгея, первый регион в России.